Салам, everybody! С вами профессия «Азербайджанец», и мы ее ведущие. Я Амиль. И я Первина. Амиль, а ты знаешь, что в средние века бушевала танцевальная чума? Нет. А то, что танец конго танцевали одновременно 12 тысяч человек. К чему это все? А к тому, что мы сегодня с тобой будем танцевать. Это я люблю. Парацетамол. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну, примерно так это будет. А Амиль уже нам продемонстрировал свои танцевальные способности, поэтому let's go, смотреть. Пойдем. Татьяна, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей профессии. Профессия у меня расширена, много чем я занимаюсь, но я люблю более творческие проекты. Когда я учился на журфаке на третьем курсе, я создал первую танцевальную сеть России СНГ, Step to Dance называется. Интерес людей к танцам оказывается очень большой, и люди танцуют разные стили. У нас там собраны все стили, все школы, вообще, которые существуют в России, в СНГ, также находятся на этом портале. Мы делаем крупный танцевальный фестиваль, это МИР. У нас приезжает около 3000 человек. Там у нас такие стили, номинации хип-хоп, хаус, локинг, поппинг и брейкинг. Есть очень известные танцоры, которые выступали на разных проектах, там шоу талантов и так далее. Также приезжают к нам и выступают, показывают свои умения. Но наш большой плюс то, что мы привозим очень крупных и очень известных танцоров из-за рубежей. Допустим, вот привозили учителя Майкла Джексона по поппингу, поппинг Пит его зовут, и там был просто фурор, в зале не было мест, и даже люди, которые записывались заранее и опаздывали, мы их уже не могли пускать в зал, потому что зал был полный. Шахин, а как ты понял, что танцы это твое? На самом деле, я вот маленький был еще, я, ну, включали музыку, я просто начинал танцевать. И, ну, это мое именно в плане душевности. Вот, ну, там разные люди, там кто-то любит рисовать, кто-то любит там петь. Вот у меня именно танцы, вот я танцую. Вот даже у меня ребенок родился, ему 7 месяцев, он уже танцует, он там двигается вот так. Как это не удивительно, но на самом деле так и есть. Вот, и после этого я понял, что я вот честно скажу, ни разу не ходил на какие-то мастер-классы и там хоряжникам, и там учить именно какие-то стили танцев, я никогда не ходил. Но танцы, это, если так взять, в общем, это все, ну, моя жизнь, потому что когда я танцую, я меняю, ну, у меня в голове меняется все. И жизнь кажется лучше, там, и, ну, прям, ну, это сложно описать, но когда вот твое, и ты это делаешь, это просто кайф. Скажите, не могли бы рассказать поподробнее о заведении, в котором мы находимся? Это заведение мы создали вот как раз с другом, который организовываем крупные фестивали. Почему мы создали это место? Потому что очень много друзей, с которыми мы хотим общаться, видеться и так далее. Они все приходят сюда, и они в основном танцоры. Вот. Или там друзей танцоров и так далее. Вот мы тут собираемся, и у нас тут все время там, допустим, после вечера мы там включаем музыку, тут происходит там движение, все танцуют, все веселятся. Шахин, скажи, пожалуйста, вот ты назвал ряд заграничных видов танца, а что-нибудь из азербайджанских танцев ты умеешь танцевать? Нет, я не умею танцевать и мало знаком, если честно, с нашими танцами. Но я просто знаю лезгинку, все, как и все. Но просто это, честно, ну не мое. Шахин, вот ты сказал, что ты танцуешь иностранные виды танцев, а я наоборот танцую только азербайджанские и вообще не имею понятия, как танцевать иностранные. Можешь меня чему-нибудь научить? Ну могу показать там самое, ну такое простое движение в хаосе, патабуре называется. Ну там основа, там, ну если взять хаос, это танец, где сочетаются почти все стили. Можешь там делать все, что угодно, что в голову приходит, но главное в ритм и в такт попадать и все. А так, ну это очень красивый танец, там и бачату можно танцевать, там все можно танцевать. Шайн, я вижу, у тебя здесь находится пульт, ты умеешь с ним обращаться? Я-то умею. А можешь меня научить, потому что, как я понял, в танцах я вообще не аист. Пойдем, покажу. —
Шайн, на самом деле я понимаю, то, что научиться сегодня мне управляться пультом не удастся, поэтому просто хотелось бы узнать, что это вообще такое и для чего нужны наушники. Всегда волновал этот вопрос. Ну, это две деки, куда, ну, здесь выводится одна музыка, одна линия, здесь выводится вторая музыка, второй линии. А, это общий пульт, где ты музыку сводишь. Вот, а наушники нужны для того, чтобы, когда ты начинаешь сводить, ты можешь линию переключить в наушники и слушать звук только в них. И чтобы тебе было удобнее переключить уже в общий зал музыку, ты это делаешь в наушниках. Шахин, ну согласись, что у меня больше шансов преуспеть в танцах, чем у Амили на пульте. Ну, на самом деле, сложный вопрос. Я ему просто объяснял, что научиться там слушать музыку легче, чем, ну там и дальше сводить ее легче, чем научиться танцевать. Если там не дано тебе, то, ну, если ты деревянный, почти 99% ты успехов не добьешься там. А если ты, допустим, музыку не слышишь, то ты там через какое-то определенное время, если будешь заниматься, то ты это сможешь сделать. Вот, так что, я не знаю, сложно. Я думаю, научиться сводить, играть на диджейке легче, чем танцевать. Шахин, еще вопрос. А не мог бы ты рассказать поподробнее о своих татуировках? Я сделал недавно, она переводится: «Моя религия слишком проста, моя религия – доброта». К чему это относится? Это относится к тому, что я очень добрый человек, всегда открытый и никогда не делаю там каких-то непонятных вещей. Я всегда думаю, а потом делаю. И, допустим, за мной я, ну как я считаю, что плохих поступков нет. И даже когда там делают мне плохое, я всегда как-то отношусь к этому, ну как к жизни, что есть такие люди плохие, а есть хорошие там люди. И ко всему отношусь с добротой. И для меня это легче, эмоционально легче, внутренне легче. Я сплю спокойно, двигаюсь спокойно, и нет каких-либо мыслей там в голове плохих. И всем желаю также быть добрыми и относиться ко всему с добром. Шахин, а вот каковы твои дальнейшие планы на жизнь? Планов много. Вот сейчас хотим открыть как бы такой же антикафе для танцоров. И параллельно мы будем открывать бар, уже для, ну, такой тусовочный, для тоже, ну, в основном для танцоров, но в больших масштабах. Вот, чтобы там уже Москва там гремела, и не только Москва, чтобы все знали, что есть такой бар, где Азербайджан делает крутые тусовки. Шахин, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, каково развитие современных зарубежных танцев в Азербайджане? Уровень танца там очень низкий. Он вообще никуда не годится, и я думаю, что его... Это надо развивать, но кто это будет делать, я честно не знаю. Потому что если в России такая проблема, то там еще хуже. И когда дойдет именно современный, ну, такой уровень, какой хотя бы средний танцев андеграунда, там, стрита и так далее, я не знаю, честно, это, мне кажется, сложно. Может быть, национальный танц там на высоком уровне, но современный на очень низком уровне. Вот как ни странно, в России... Допустим, самый там лучший танцор почти азербайджанец, по секрету скажу. Да, даже по поппингу, там Рамон у нас тоже наполовину азербайджанец. Потом по брейкингу там очень много азербайджанцев. И в этом, ну, именно наших, кто хорошо танцует, очень много. Именно в России. А там, хотя бы если они туда ездили, показывали мастер-класс, это уже плюс большой. Именно надо как-то развивать, возить туда хореографов, разных танцоров, чтобы они давали там записывать на видео, как-то видеоуроки, я не знаю. Ну, много способов как-то развить, но главное, чтобы желание было там, в Азербайджане, чтобы они хотели танцевать. Ну что, друзья, на этом у нас на сегодня все. Познакомились мы сегодня с очень интересной познавательной профессией. А вы отправляйте свои идеи нам на почту. Всем пока. До скорых встреч.